3500 11-классников в Тюменской области сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию. В этом году отменили эссе, поэтому школьникам времени на тест дается меньше 3,5 часа. На базе 22-й школы госэкзамен сдают ученики 8 образовательных учреждений района Дома обороны, плюс воспитанники кадетского училища. Ровно в 9 часов все прошли регистрацию, а в 9:40 уже зашли в кабинеты, оснащенные системами видеонаблюдения. В 10:00 раздали бланки. Выпускники рассчитывают сдать предмет хорошо. Если вроде не ошибаюсь, то бальников по обществознанию очень большое количество, в отличие там, от некоторых других предметов. Ну ты рассчитываешь на 100 баллов? Я рассчитываю на хороший балл. Учителей и родителей в школу не пускают. В пункте сдачи ЕГЭ дежурят 40 организаторов, 2 общественных наблюдателя и медработник. От валерьянки до активированного угля аптечка укомплектована на все экстренные случаи. Есть лекарства от давления, аллергии, температуры, болей в животе и на случай приступов у детей-астматиков. В особых ситуациях здесь даже дают шоколад. А это на случай гипогликемического состояния у ребенка. То есть, если будет понижен уровень сахара в крови, у нас есть специальный глюкометр измерять, то в таком случае шоколадку дадим.